Всем привет, друзья! Сегодня у нас Грэнни, вторая часть. Она нашла себе деда. Ой, мужик, я соболезную просто очень сильно, потому что эта бабка, она вообще чокнутая, она всю голову отбита. Так, ладно, смотрим на касцену. А стой, смотри, это же старый дом, где мы были, да? Да, смотри, вон полка, вот ящик даже вон тут есть. Стеллаж. Да, о, бабка, привет. Здорово. А что это за бабка? Бабушка должна любить своего внука, она должна прийти поцеловать его, спать, уложить. А тут она взяла битый его. Нет, конечно, способ действенный, потому что ты сразу вырубишься от этого, но это как-то не по-бабушески. Взяла, внука ударила. Нельзя такой быть бабкой. Она слишком агрессивная бабка. Так, ну ладно, это лирическое отступление. Так, это дом, да? О, это Жигуль. А подожди, мы на этом Жигуле же вроде сбегали из первой части, да? Да, вроде с первой части мы сбегали. Так, что, приступаем? Собственно, тут ничего сложного в этой игре нету. Самое главное, ловкость рук. Ладно. Сейчас без шуточки будем проходить ее. Так, какая-то кладовка. Вот все-таки та комната в первой части, она была как-то более, знаешь, богаче. Это выделили какую-то комнатушку сразу. Что это? Так. Ага. Чего? Тоже где-то рвет, короче. Давай туда в это сходим. Свеча, спарк-плуг. Подожди, спарк-плуг, так это и нужно для лодки. Кто не знает, можно сбежать тремя разными способами. Это лодка. Дура, бабка. Первый способ — это лодка, второй способ — это вертолет, и третий способ — это, собственно, вот эта вот дверь. Значит, мы из нее мы прибегать не будем, лучше на лодке уедем, потому что лодка, она самый простой способ здесь. Вертолет, не знаю, как на вертолет сбегать правильно. Ты еще был. Так, нам остался газолин, стерлинг вилл и, собственно, сам ключ от лодки. Второй этаж надо еще следовать. Что? Хандвилл, Локрас, Хандвилл, подожди. Тихо-тихо-тихо. Так, они двумя туда ушли. Второй этаж. Можем здесь быстро следовать. Хеликоптер. Рулис. Стрик мы делаем сейчас. Берем, роняем вазу, да? Здесь. Они идут с этого входа, смотри. Сами идем по этому. Они не по этому идут, смотри. Они пойдут, смотри. К тому идут. Поэтому все-таки пошли. Ой. С двух сторон. I see you. Так, ладно, надо лишь на второй этаж проникнуть. Потому что там, вероятно всего, у нас будет электрошокер. Если мы находим электрошокер, то все, это сразу минус бабка, минус дед навсегда. Мы сможем к тому пацану пробраться. Посмотри, что там у него творится. Хотя нужно это еще колесо специально. А, это гаечный ключ. Воду брать и пробраться к тому мосту, который там дышит только. Ну вы слышали, да?
Чего? Па? На тебе мясом кину. Кобыла. Эй, Нива. Ну-ка, что-то пианино здесь у вас. Понятно все. Так, откроем сейчас здесь. Идите давайте за мной, голубки. Ха-ха, это один нога. Ага. Опа. Ничего. Все, бабушка. Все, дедушка, иди сюда. Опа. На тебе морду. А что такое? Бабушку свою заметил, да? Ключ давай сюда. Старый, ключ отдай. Старый козел. Так, все, открываем. Этот, мы на втором этаже наконец-то. Вот кей, это ключ от лодки. Мы идем к лодке, сейчас быстро оставляем его там. Тут разлеглись. Да, куда? Скидаем его, короче, там. Рядом сейчас. Здесь оставляем его. Зачем мы поставили? Нам осталось только найти, собственно, сам руль. Несложно, в принципе. Все быстренько сейчас облутаем. Так, смотрим теперь здесь, что у нас. А, это газолин? Нет, дверная ручка нам не нужна. Сбегаем через лодку. Так, если ну что, это нет, то не надо. Для вертолета вроде, если не ошибаюсь. Так, этот вренч нужен для того, чтобы проникнуть к этому пацану. Weapon key. О-о-о-о. Бабушка, мне тебя жаль. Просто ты сейчас улетишь просто, смотри. Потому что смотри, что он сейчас открывает, смотри. Видишь, дышит там, а? Смотри, мы сходим. Дробовичок. Как раз, да, патроны на двоих. Патроны-то появляются везде просто. А если бабку подождем сначала? Потом идем к этому пацану сходим. Вот, он, видишь, там сидит. Кстати, ты стрит. Мы нашли три вот этих. Можем потом в вертолет сходить. Бабушка, ты где? А? Как тебе такое? Сейчас твои стулья, столя поломаю. Вандализм процветает. На тебе, собака. Дедок, иди к своей бабке. На, собака. Дай мне оружие, бабка старая. Патрончики еще. Так, где у нас гаечный ключ? Мы видели его сейчас. Так, гаечный ключ у нас находится здесь. Ну, это еще патрончик, кстати. О, вот гаечный ключ. Спускаемся, пошли. Открываем эту. Так, берем дробаш, застрелим это пацана, зырим что-то у него. В его кладовке, в его норе. Так, пацан, иди сюда. Промахнулся просто первый раз. Так, дай мне еще два этих патрончика. Да не ори ты там. О, лом, если не заметил, кстати. Так, лом нам понадобится, кстати, очень хорошо. Так, патроны надо.
Хендвилла. Так, берем его еще, сейчас возьмем. Вот патрончики. Так, здесь из чего? Так, Хендвилла. Куда? Лучше с дробовиком сначала. Сейчас спустимся. Не хочу упасть. Ага. Куда? Бабушка? Where are you from? Ой, нет, где? Откуда ты? I'm here is... Нет, это по-другому говорится. Так, зырим, чего пацана там. А Манька, ты где? Должна появиться рожа такая, смотри. Хотя нет, когда мы убиваем его. Хеликоптер Кей, подожди, мы, наверное, не собираемся улетать, нет. Они ходят, смотри. Так, вы где? Голубки, идите сюда. Не причиню вам боли, я всего лишь убью вас с дробовика на 2 минуты 30 секунд. Сложненький мод, где? Где ты? Милейший. Дед ненавидит музыку. Он уже бежит по ПК, выключить эту музыку. Так, handle wheel. Это нам возле нашей комнаты находится. Да уйди ты. Возле нашей комнаты есть какая-то... Да, не знаю, что это, какая-то тычинка, что ли, какая-то, блин, палочка висит. Надо к нему приделать это колесо. Это мы подняли эти ворота. Так. Окей, мэн. Так, берем лом. И идем развлекаться. Дробы здесь. А газолин, газолин, чудненько. Чудненько. Газолин. Это бензин для лодки. Мы там сейчас его оставим. Долго заправлять будем, эти могут проснуться уже. Так, сломаем этот еще. Кинем здесь. Бегать здесь нельзя, это очень плохо, конечно. Это понятно, потому что бабка с дедом старый уже там не бегает, поэтому... Пожалеем стариков, что... Патрончики два же все-таки потом шокер возьмем, потому что что-то с этим дробышом ходить неохота. Так, оставляем. Туда берем ломик. И пойдем. Они еще вроде не появились. Давайте получим возьмем дробаш опять. Все, не появились вон. Ну, бабка первая подохла, это понятно. Сейчас дед еще должен. А, со стрима еще это открыли, кстати. Ну, а подожди, а лома, мы можем это сломать, стой? Да, смотри, нам только осталось это отключить. Милейший, не хотите ли вы забрать свою сударыню? После такого зверского нападения.
Твою мать. Не пугайте меня больше так. По патрончики еще. Так, собственно. Ничего. Здесь что было? Нет, хеликоптер. Так, нам нужно колесо. А, мы должны были сломать это. Пошли сломаем. Сломаем сейчас эту. Что там, ящик был, да? Вот, ящик здесь и ящик там. Не, ящик только здесь. Какой там? Другая штука оставляем. И идем ящик ломаем. Кусачки, ничего сложного. Проводки кусаем тут, проводки кусаем здесь. Так, давай мы уже эту возьмем, что ли. Через дверь идем, да? Я не против ходить через дверь. А бабка еще не ожила. Ну, это понятно, сердце слабое, чего она так сразу. Полежит, отдохнет, поспит. И потом куда-то соберется. А, смотри, нам нужен подлокей. Подлокей, он находится, я не знаю где. Где-то он находится точно. Так, дробаш возьмем, пойдем в путь. Ну-ка, ну-ка, здесь он есть. Кто его знает, может он здесь есть. Так, здесь мы ничего не посмотрели, не увидели ничего. А где вы, молодые люди? Это мы ходим. Парадокс, слушай. Здорово. У тебя же что было, напомни? Хеликоптер. Ой, так, собственно. Дама, нет, я вам откажу поиграть в прятки, потому что вы умерли уже. Откуда ты появился, милый? Так, в раковине ничего нету, здесь ничего нету, нету, окей. Замок, нужен подлокей. Ладно, давай куски картин соберем. Это знаем, где уже находятся они. Сикейник, она не нужен. Его третий сейчас будем искать. Я видел его где-то третий точно. Там, наверное, вертолет, мне кажется. Давай тазер возьмем. Где было у нас? С картинами. Пошли на второй этаж. Здесь нету его. Угу.
Так, куда нам идти? Стой. Я запутался. Сударь, сударыня, сударыня, ожили уже, да? Очень хорошо, что ты еще меня видишь, дед, в таком-то возрасте. Так что нам надо делать? Сейчас подожди, замеш, пошли на первый этаж сходим. Почти в нашу комнату. Может, там мы что-то найдем. Здесь ничего. Я не знаю, что нам делать, смотри. Дептап. А зачем нам нужен дактейп? Это лента, изолента. Так, так это уже бразилка получается. Здесь мясо, но не поможет никак. Вернусь за... Подожди, подожди. Вернусь за мук, слой. А, сам забыл, не помню, за сайт, окей. Случай мне отсюда, смотри. Не сюда. Я не знаю, что делать, подожди, реально. Короче, я посмотрел с видос, как проходить ее надо. И оказывается, нужно было дробовиком на третьем этаже, надо было выстрелить в красную кнопку. Чтобы нам как раз таки открылась дверь, а у нас сейчас больше нет дробовика. Такое возможно. Ну, патрон. Дробовик есть, но патроны я не знаю, их, наверное, уже никогда не закончились, мне кажется. Потому что настреляли, да, знаешь, так много как-то. Где ты, дедок? Окей. Стоять. Так, берешь дробаш быстро, идем искать патроны. Я правильно глаза под эту красную кнопку выстрелить. Да, искали мы, конечно, много с вами. Так, где дробаш у нас? Куда его выкинул? Сейчас дробаш будем искать, да? Так он на втором этаже. Возле бабкиной комнаты, там, где мы выкинули этот тазер. Да, я бы не догадался, бы реально такой. И искать патроны. Хотя нужен один патрон. Смотри, смотри. Сейчас покажу, куда надо стрелять, оказывается. Патрон есть, патронов нет, смотри. Нужно вот в эту кнопку выстрелить дробовика, и эта дверь откроется, прикинь. Я вот тоже в шоке просто. Здесь патроны. Нет, ну а кто знал, может, там будет патроны случай. Почему на кухне патронов нету? У каждой любящей бабки на кухне должны быть патроны. Если что, совершим роковую ошибку и попробуем в стазе расстрелять. Последний шанс. Вариантов уже больше нет, реально. У тебя есть патроны? Подожди. Дай, пожалуйста, хотя бы один патрон. Блин, ну так все мы истратили, получается. Да, печально, конечно. Что моя тупость подвела. Так, может, там патроны, слушай? Здесь нет. Может, возле лодки они будут, а?
Нет, патронов нету. Очень обидно. Вот реально. Они уж проснулись. Но я не знаю, будет ли это работать с тазером или нет. Конечно, можно пробовать. Бабка, привет. Давай попробуем с тазером, окей. Это не сработает. Да я уверен, то, что это не сработает с тазером. Надо попробовать сейчас, потому что последний вариант у нас только тазер и все. Потому что я весь дом уже обыскал. Только тазер. А на втором этаже. Ладно. Попытка, как говорится, не пытка, окей. Ну что, пошли пробовать. Мне кажется, сработает это. Да, ну кто же знал, что надо было туда стрелять? Есть, это сработало. Ой, твою мать, я не знаю, как я просто рад сейчас. А здесь нужен этот. Кто? Каучинг Пайлис? Что это гранат? Если мы гранату используем, там бабку бьем, да? Нет, не работает. И что нам эти гранаты дали? Они типа просто ради прикола здесь, да? Ну надо. А они это Каучинг Плиерс. Каучинг Плиерс. Я спробую, конечно, перевести, что это, но мне кажется, этого не находил даже. Как там это называется? Стой. А, ну-ка. Сражет ходит надо мной. Кучинг Плиерс. Кутинг. Как? Твою мать, куда? Ли Перс. Плоскогубцы, все. Это у нас есть. Окей. Ну, все бабка, короче. Можем прощаться уже с тобой, да? О, как хорошо видел, как вообще эпично, да? Дедок, ты где? А щипчики где у нас находятся? Они у нас... Где плоскогубцы? Быстро, 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 все. Быстро. Невероятно быстро просто давай плоскогубцы мне. Он живой опять. А ну да, хотя он логично, что он живой. Так, они здесь на кухне, может. Твою мать, плоскогубцы искать. Быстро давай. А, они здесь появляются. Быстро, быстро, быстро. Я надеюсь, нам сейчас никакой скримак не вылезет, типа какой-то со саркофага, я не знаю, только душина будет. Надеюсь, там что-то годное. Открываем. Ёб твою мать. Кто это? Ну, ладно, меня это не волнует, потому что у меня есть куча сейфа. Кто это, мне вообще похер. Здесь должен быть спаситель, просто. Падлакей. Красава. Я люблю себя просто ключи, тебя расцелую, тебе говорю. Падлокей. Название у тебя такое плохое, но на самом деле ты никакой не падлок. Ты херокей. Типа герой ключ.
Так, подожди, куда еще подлоки нужно использовать? На дверь, все, давай с двери просто уйдем и все. Так, ладно, короче, все, мы сбежим из бабки, ой, бабки просто через дверь, все, ладно. Че, ребят, прощаемся с бабкой. Мы прошли грани 2, что вам сказать. Все, а че, обижали, обиденные, ой, обиденные, обиделись, да? То есть ищут, где я, да? А где я? А кто? Ага, а все, а все. Мы прошли грани 2, ребят. Подписывайся на Телеграм, на ВКонтакте. Ссылочка у вас сейчас появится на экране. Точнее, QR-код. Делите видео с друзьями, потому что мне нужно актив на канале, естественно. Всем ночного дня, вечер ночи, ребят. Всем пока.